Всем привет! С вами канал Art Mania. Мы с вами находимся на Красной Клинке. Это довольно далеко от Самары, в районе 20-30 километров от меня. Это вот автостанция. Здесь надо пройти. И сейчас пойдем дальше туда. Такой здесь двор есть. А вот здесь стоял корабль. Наверное, вот на этом месте или подальше большой. Ради чего я приехала сюда. В принципе, хотела вам показать. Здесь очень большой, красивый такой был. И в детстве я здесь все время играла. Но, к сожалению, его, видимо, уже убрали. Ну, не видимо, а да, его убрали. Видимо, он разрушился. Здесь очень тихо, это место находится с этим синичкой. Ай, не успела. Это место находится в горах. То есть вот с той стороны горы, ну, со всех сторон здесь находятся горы. В принципе, вот, кстати, одна видна. Вот она. Гора. Лысая гора. Вот сейчас до этого я вам показывала. По ней мой папа карабкался, когда был молодой. Вот. Сейчас мы тогда с вами с другой стороны подойдем и посмотрим там горы. Там вот находятся фигурки деревянные. Сейчас таких уже не встретишь нигде. Вот. И вот тут находится, кстати, аллея березок. Видите, ее сажала моя бабушка с дедушкой. Они здесь жили. Отчасти здесь мое детство прошло. Ну, я здесь очень мало была, так как туда ехать далеко очень от нас. Вот, пожалуйста, тоже гора. А, это и Лысая, по-моему. Или фиг ее знает, какая-то гора есть.
Здесь какое дерево красивое. Раскидистое такое. Как олени. У оленя рога. Какие они красивые. Дерево такое прям. Я что-то его в детстве не особо помню. Там помойка. Здесь так красиво, здесь очень тихо. Дороги почти не слышно. Ветра, кстати, почти нету. Елочки. Здесь мы подходим сейчас с вами к дому. Здесь интересный дом стоит. С этой стороны шестиэтажный дом. Сейчас я остановлюсь, подойду, мы с вами посчитаем. Елочка. Что-то шишек только под ней нету. Уже, видать, дети все собрали. Тяжело подниматься в гору. Хотела молодежь пропустить. Так громко орали. Считайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Видите? Шесть этажей. Кустик там закрывает окошко. Сейчас подойдем с другой стороны. Посчитаем с другой стороны. Специально включать камеру не буду. Здесь вот гора, видите, там вдалеке видно. Здесь все так поменялось. Здесь уже много лет не было. С появлением ребенка, по-моему, не знаю. Один раз, что ли, один или два раза я приезжал. Рыжий кот сидит. Его, кстати, бабуля подкармливала всегда. Еще много лет назад. Считаем дом. Это окна. Раз, два, три, четыре, пять. А с этой стороны пять этажей. С той стороны шесть этажей. А с этой стороны пять. Ой, как они ластятся. Сиди, сиди там, кошка. Вот так, как они. А, это ее котенок, что ли? Ой, как он его. Как он его прям, котенок. Ай, что ты убежал? Пушистый. На Феликса моего похож. Феликс, только носик был белый, лапки белые, носочки, гольфики, пузико и грудка. Да, тут котятки. Ладно, поехали дальше двор. Сейчас с другой стороны обойду. Вот здесь что-то непонятное всегда было ограждено. Не знаю даже, что это такое. Все время в детстве задавалась вопросом, что же это такое ограждено тут. Думаю, может, белье здесь висеть должно. А, скорее всего, наверное, ограждено. Здесь горка всегда такая высокая была. Там еще дома. Там, кстати, гора уже виднеется. Сейчас мы там подойдем, посмотрим. Тут штучки. Непонятно. Напишите в комментариях, что это такое за штучка. Все тут как стоянка стала, машинами завалены. Вот она гора. Зимой здесь на лыжах катаются. Там прокатано видно. Однажды мы с вами туда попадем. Вот здесь тоже гора. Тоже гора.
И, в принципе, вот она идет, вся гора по периметру. Везде кругом горы. Кругом горы. Ну все. Даже тут гора. Вон она с этой стороны, такой пейзажный вид. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь и ставьте лайки.